Друзья, день добрый. Видео на тему, как можно с помощью термальной камеры, вот такой вот сейчас покажу, как она выглядит. Вот она. Определить неисправность холодильника. Ну, в данном случае это кулер, просто хороший пример. Вот. Мы его запустили. Компрессор запустился, да? Компрессор запустился. Вот мы сразу видим, что контур стал вроде теплым, а на самом деле ерунда. Смотрите, почему? Потому что вот сразу после компрессора, вот, температура контура, температура окружающей среды у нас, смотрите, 10, а температура контура 15. О чем это говорит? О очень простых вещах. Что газа в системе нет. И можно дальнейшую диагностику не делать. Ну, по крайней мере, понятно, что хоть он и тепленький, да, это просто тупо воздух, который сжал компрессор и нагрел сзади конденсатор. Вот и все. То есть, увы, на этом как бы все. Вон самая низкая температура, он 5 градусов на улице, что-то поднялось до 17. Не знаю, что. Какие-то, наверное, провода, еще что-то. Вот. Даже что-то, видите, стало минусовой температуры. Вон там 0,3. То есть, типа что-то запустилось. А, кстати, вот видите, она пошла обмораживаться. Вот. Вот. Сейчас, подождите, камеру ближе поставлю. Минус 0,6, вот, минус 3 градуса, то есть здесь в системе тупо не хватает хладагента. Он вышел, все, нужно найти утечку, где вышел, а вот и даже если посмотреть, видите, вот ржавчинка, может быть, где-то еще протерся, может быть, внизу, я не знаю. Ну вот, из-за такой вот проблемы этот компрессор не работает. Вот она диагностика спустя 2-3 минуты показала, что... Да, все, вон, видите, обморожено. Сейчас постараюсь поближе, если беленьким покрыто. И с помощью термальной камеры видно, что там минус 2, минус 3 градуса. То есть в нем есть газ, но его очень-очень-очень мало. Все, утечка. Дальше принимаем решение, ремонтировать или нет. Вот так вот как бы... Простая диагностика, не разбирая холодильник за 2-3 минуты.